Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M32 перейти в безопасный режим. Для этого в первую очередь удерживаем кнопку включения. И после того, как появляется меню выключения телефона, удерживаем палец на кнопке выключения. И нам предлагают переход в безопасный режим. Тыкаем по кнопке, и после этого телефон перезапускается в безопасном режиме. И как вы можете заметить, надпись внизу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением тому, что мы находимся в безопасном режиме. Если же вы хотите выйти из данного режима, просто перезапустите ваше устройство, и после этого оно будет перезапущено в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!